привет! Меня зовут Оля, это канал МВидео, и если вдруг вы собрались купить себе ноутбук для работы и учебы, но хотите что-то новое и необычное, тогда этот обзор для вас. Поговорим сегодня про продукцию MacCreator. На случай, если вы и правда никогда не слышали про этот бренд, расскажу. MacCreator – это одна из торговых марок крупного китайского производителя бытовой техники и электроники Haier. О нем-то вы точно должны были знать. К слову, Thunder Robot – это тоже торговая марка Haier, которая давно себя зарекомендовала среди геймерских гаджетов. Как видите, база у MacCreator хорошая. Бренд производит домашнюю и офисную компьютерную технику, которая ориентирована на самых требовательных пользователей. Несмотря на то, что этот бренд буквально недавно появился на российском рынке электроники, он уже унаследовал все передовые технологии от создателей Thunder Robot. Рассмотрим ноутбук MacCreator Prime X16 с 16-дюймовым экраном. Дизайн строгий и очень стильный. У модели металлическая крышка из анодированного алюминия с очень симпатичными линиями. Экран большой, как я сказала, 16 дюймов. Здесь IPS-матрица с высоким разрешением Quad HD. Такие дисплеи предлагают идеальную цветопередачу и более широкие углы обзора по сравнению с другими типами панелей. С любой стороны все будет видно отлично даже при солнечном свете. Цвета на IPS-матрице очень яркие, насыщенные, а изображение четкое и плавное. У MacCreator Prime X16 улучшенная встроенная видеокарта AMD Radeon 660M для максимальной многозадачности. Это одно из главных отличий. Устройство легко справится с какими-то офисными задачами, графиками и всеми повседневными делами. Модель работает на базе 6-ядерного процессора AMD Ryzen. За производительность также отвечает 16 гигабайт оперативки и 1 терабайт постоянной памяти. Все это гарантирует быстрый запуск и работу приложений. Даже в режиме многозадачности все программы будут работать плавно и без зависаний. А теперь наглядный тест. Допустим, вам нужно обработать фотографии в Lightroom. Давайте посмотрим, потянет ли это ноутбук. Проверим. Если нужно, кадрируем или сразу настраиваем нужную температуру. Проверяем контрастность фото, а highlights уводим в минус, чтобы сделать кожу бархатистой. Проверяем тени и понимаем, нужна ли здесь тонировка. Добавляем цвета и все. Как видим, фотография готова к публикации. Вес устройства до 2 кг. Носить с собой будет удобно и не тяжело. Работает ноутбук от аккумулятора до 6 часов, но все будет зависеть от того, как именно вы его используете. Явное преимущество модели – это возможность заряжать ноутбук через порт USB-C. Так что даже если вы забыли зарядку дома, не переживайте, ее легко можно будет заменить. Еще одна приятная новость. Здесь стоит Windows 11 Pro, так что вы сразу можете приступать к работе, учебе или просмотру фильмов, например. Ну что ж, первое впечатление положительное. Бренд молодой, тем не менее и по функционалу, и по внешнему виду в скором времени точно составит солидную конкуренцию на рынке ноутбуков. Модель уже сейчас представлена во всех магазинах МВидео. Подписывайтесь на канал и всем пока!